Всем подписчикам привет! Сегодня будем строить теплицу капля 2 метра шириной, обновленная на брусе. Пока приехали, разложились, приступаем к монтажу. Каркас теплицы мы поставили, зафиксировали к основанию, уложили поликарбонат на покрытие. Сейчас будем его прокручивать, ставить конек, обшивать двери. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу капля, обновленная, шириной 2, длиной 3 метра. Заканчивается монтаж системы подвески, и теплица готова. Каркас теплицы сделан с профильной трубой 20x40, покраска полимера порошковым способом, цвет шоколад. Имеется у нас диагональные усилители для большей жесткости, два ряда прогонов. За счет того, что стена более высокая стала. Система подвески в данной теплице есть 4 нитки. Стоит все на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. Прошу прощения, 0,7, 0,8. Вот такая отличная компактная капля 2 на 3 у нас получилось. У меня на этом все. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх. Всем пока.